Me, I don't believe in that things. Честно говоря, я не верю в такие вещи, как ложь во спасение, потому что я думаю, что спасение принадлежит Христу. Мы своим поведением не можем каким-то неправильным привести людей ко Христу. Мы должны делать так, чтобы лжи не было в нас вообще, потому что ложь — это зло для меня стопроцентное.